Стадион «Динамо» на Французском бульваре модернизируют. Беговые дорожки уже заменили. Они изготовлены из трехслойной резины. В планах реконструкция трибун, заградительного сектора для метания молота и диска, а также ограды по периметру. Заказчиком выступает физкультурно-спортивное общество «Динамо». Стоимость работ – 6,5 миллионов гривен. Реализовать первый этап ремонта удалось после внесения Кабмином одесских объектов «Динамо» в список баз олимпийской подготовки, получающих поддержку из госбюджета. Сегодня у нас уже запущен в действие и принимает гостей общежитие, где могут размещаться и спортсмены, и все желающие. Открытые универсальные площадки, они здесь рядом, вы их видите. И первая очередь беговые дорожки стадиона, где теперь лежит современное сертифицированное Европейской Федерацией покрытие полиэтан. И мы хотим просить помощи у местных властей о том, чтобы сообща сертифицировать его и помочь нам приобрести специализированное легкоатлетическое оборудование. Для полной сертификации стадиона, чтобы он соответствовал уже международным стандартам, надо провести виражи, отреконструировать, закупить спортинвентарь, это прыжковые ямы и также барьеры, то есть достаточно еще много работы. Ну, самое главное, что уже положено, что всем это нравится, все понимают, куда теперь вкладывать деньги. То есть я думаю, что это только начало. Кроме стадиона «Динамо» под дотацией попадает и спорткомплекс в Мукачевском переулке, и база для гребли на 14-м километре Авидиопольской трассы. По словам самих спортсменов, качество покрытия на Французском бульваре отличается от международной арены, но лучше подходит для тренировочного процесса. Отличается от чемпионатов Европы, отличается жесткостью. Здесь дорожка мягкая, но это плюс, потому что на соревнованиях мы должны показывать максимальные результаты на жесткой дорожке. А здесь нам нужно тренироваться. Если здесь будет жесткая дорожка, то все наши суставы и связки будут травмированы, и нам это не нужно.